Без отопительный сезон. Так жители Ленинского района называют зиму. В доме на улице Голубева с начала зимы батареи чуть теплые, а температура воздуха не поднимается выше 15 градусов. А в доме есть ветераны войны. Холодно у меня, очень холодно, замерзаю. Мне 9-й десяток, войну прошла всю, и я так мучаюсь. Правильно. Как я мучаюсь войной, то я лучше жила, чем сейчас. Плачу 7 тысяч за квартиру, а на холоде живу. У всех плесень. У всех плесень. Обои отваливаются. Вообще. У меня промерзло. Вот, видите, что делается? У меня стенка была в зале, мы ее перенесли вот в эту комнату. Когда обнаружили, что за стенкой сосульки. Вы понимаете, что такое сосулька в квартире? Вот, пожалуйста, градус. 14 градусов. Да как согревается, по-разному. Девушка, газ горит. Немножко газу погорит. Одеваем он все на себя, что можно. Вот так вот и ходим. Батареи вот чуть теплые, вот. Прямо вот, да не то, что теплые, она холодная. Я вчера подавал заявку, и вот говорили, что вроде мы этот вопрос решим. Вечером позвоним, вечером звонка нету. Утром я опять набираю телефон, стал с ним разговаривать. Они говорят, по вашему дому, по правой стороне, где вот вы живете, проживаете, у вас ведутся работы. Но здесь нет никого. То есть ни работяг, ничего. За разъяснениями мы обратились к местным коммунальным работникам. Однако там уже на входе стало понятно, что объяснений давать никто не собирается. Алло, слушаю. Надо к начальнику попасть. Разбивай. Ага, Идемте. Вот номер пресс-службы, записывайте и обращайте. Это вы так кричали? Это я вам... Нет, я раскрикну так, вы что? Житель пришел с вопросом. Нет, а зачем? Сначала идите туда, все вопросы там, заявка, чего. Мы звонили, но никаких этих поползновений нет к нашему дому. Вы заявление, представляешь, у вас холодно или что? Мы звонили, у нас там все приняли, проверили, что мы столько-то раз звонили, столько-то раз нам должны были вечером позвонить, никто ничего не звонит. Мы платим деньги, вы нас обеспечите теплом, вот и все. Начальников нет, они уехали за вещами. Он уже писал. Да не надо меня снимать, что ты в самом деле съемкой занимаешься. А вы камеру не трогайте, мужчина. Ну не надо меня показывать. Что? Вообще никакого ответа нету, а просто посылает из одного входа в другой вход. Начальства нету. Я не знаю, куда, как обратиться, к чему, что написать еще.